Всем привет! Это канал Мусалим. Сегодня работаем с Mitsubishi Pajero. Полная шумоизоляция. Шумоизоляция торпеды. Все разобрано. Подготавливается. Все в начале работы. Внесение материалов. Полностью будет проклеен багажник. Арки, крылья, пол, все максимально разобрана крыша, будет проклеиваться тогда на вибро и шумопоглощающими материалами будем работать. Будем работать материалами против скрипа. Полностью разобран пол, все это естественно будет вычищаться, вытираться, обезжириваться поверхность и наносить. Все будем проклеивать максимально. Все, насколько это возможно. Все провода, проводку будем устранять. Скрипы, стуки. То есть будет проклеена сама все под панелью и сама панель. Также проклеена. Разобраны двери. Будут проклеены несколько слоев, они вибро и шумопоглощающие материалы. На кузове присутствует немного заводской изоляции, но трогать мы ее не будем, отдирать. Все будем наносить поверх. Вытираем, обезжириваем и приступим к нанесению.